около 7 часов утра, понедельник, 20 июля. Вроде все подготовлено. Утром сегодня только надо было немножко укрепить опалубку, поднять немного, зафиксировать арматуру. Ну и, собственно, все, и можно сейчас приступать к заливке. Пять замесов сегодня сделали. Цемент турецкий вот этот, который 550, вот покажу, 550 марка. Я его беру, песок у меня такой балочный, где-то 5 к 1. Но на самом деле есть, ну, нюансы помощника, там как бы не в состоянии считать, поэтому получается где-то реально 4,5 на одно ведро цемента, и 2,5, чуть больше, чем 2,5, 2,65 ведра. Не, на самом деле там чуть больше ведро, значит, будет побольше, значит, будет где-то 3 ведра, получается, щебня. А вот сейчас, смотрите, взял песок с другого места, и, ну, это практически это нормальный, обыкновенный речной песок, только вот много у него приходится выбирать вот этого мусора. Ну, то есть получается так, что балочный, он как-то перемешан. Да, и вообще, к сожалению, не полностью удается пропорцию выдерживать, ну хотя бы потому, что просто подсобник забывает, сколько он принес, 4 или 5, 3 или 4 ведра, где-то возможно какая-то ошибка. Следующее, небольшой уклон я планирую от памятника радиально во все стороны, я думаю, что это было бы целесообразно, то есть отсюда, вот сюда к нам, с этой стороны немножко к югу и туда вот в ту сторону. Так что надеюсь, сегодня уже закончу. Не знаю только, какое будет покрытие этого бетона.